Свобода. Ощущение. Ну, легкость такая. Ну, свобода. Она есть свобода. То есть вот это вот за 4 года, когда иди туда, иди сюда, ты всем ограничен, то есть большое пространство. Вот, оно само по себе непривычно. Да, люди одетые, цветную одежду. Вы вчера же уже погуляли, да? Да, я вчера по клинцам походил. Вот. Ну, вот, особенно первые часы, то есть так чувствуешь себя... Ну, как совсем иначе, непривычно. Вот. Потому что эти локальные участки там... Не выйти, не зайти. Везде замки. Строим, типа, надо ходить. Ну, вы не жалеете? В лесах, да, ходили. Там все выдрессировано. Там же бунт был. Вот. Поэтому до бунта там была такая дисциплина, что она еще по инерции сохраняется. Сергей, вы не жалеете, что пошли на болотную и все это пришлось пережить? Нет, конечно, не жалею. Сейчас бы я внес некоторые коррективы, вот, потому что я понимал, что я действую, не нарушая уголовный кодекс. Вот. Оказалось, что этого-то недостаточно. Поэтому, ну, можно было действовать несколько там помягче. Вот. Но в принципе, в любом случае, конечно, пошел бы. И сейчас поэтому.